Так, привет. Снова Нью-Йорк. Непонятная. Очевидно, похоронная процессия. Вот. Я тут в поисках одной мелкой, но очень нужной штучки отбегаю в магазин и решил это сделать пешком. Сейчас не нашел в одном, иду в другой. Мне надо идти прямо по 9-й улице вниз. И вот тут вот на перекрестке 9-й, 60-й вот такое. Вышли они, видимо, вот из этой церкви. Посмотрим и пойдем дальше. Начали за упокой. Закончили, надеюсь, за здравие. Ну, по дороге просто покажу, чем живет Нью-Йорк. С погодой сегодня опять порядок. А перейду пока на ту сторону, зеленый. Знает, что это такое, нагуглил, сообщите в комментариях. По-моему, это больше, чем просто похороны. О, желтый хаммер. Ребята, я только что видел желтый хаммер. И парни с трубой. В общем, прогулка начинается довольно интересно. Мне идти до 34-й, сейчас я на 59-й, то есть одна улица, одна минута, это значит, что мы гулять будем примерно 25 минут. Сегодня предпоследний день, предпоследний же, а нет, подождите, нет, 24-е, завтра предпоследний день, ну как, предпоследний полный. Завтра будет последний полный, и 26-го у меня рейс, по-моему, в 5 вечера. Ну, то есть, у меня будет еще какое-то время что-то поделать на районе. А может, я просто, предпочту посидеть дома, вытягивать ноги. Может, меня будут, как обещано, поколачивать после второй дозы, и мне вообще никуда не получится выйти. Я буду лежать горизонтально и надеяться на лучшее. Так, я сейчас еще по мере возможности буду выходить на центр улицы, потому что там должен быть неплохой вид на... Ну, просто перспектива. А давайте я вот сюда пойду. Потому что, кроме того, что как бы отсчет улиц уменьшается, то есть это считается, что... Мы идем как бы вниз. Ага. Очень хорошая пиццерия. Мне вчера была показана. И порции были убойные. То есть продают кусок. Тесто достаточно тонкое. И на нем прям вот как салат на тарелке. Куча всяких овощей и прочего. Очень вкусно, недорого. Поэтому рекомендую. Да, так вот. 25 минут. Одна улица, одна минута. О чем я еще хотел сказать. Не факт, что там это будет, потому что онлайн этого нет. Но я, в общем, тут уже уверовал в то, что... несовпадение онлайн и офлайн случается довольно часто. Ну, к тому же у меня, в общем, как бы и выбора особенного нет. И погулять надо.
и вам показать. Поэтому идем. Вчера была ночная, ну как полуночная почти съемка с коллегой. Ходили на набережную, снимали там на длинные выдержки. Получилось вроде красиво. Чуть позже покажу, что вышло. Вот я уже на... это не пронумерованная. Это Алвин Элли. Везде продаются тыквы. И самое главное, везде покупаются тыквы. Потому что каждый уважающий себя американец разрывают. Я так поздно вышел. Что происходит? 2:30. А ну, ланч. Воскресный ланч происходит. Пойдемте в другую сторону сейчас. С центра улицы покажу вам. Вот там далеко-далеко уходит улица, в которую я иду. Тут красиво, эта сторона мне нравится. Ну как красиво, это одновременно и фотогенично, и уютно. Потому что есть много мест, где фотогенично, но не уютно. И где уютно, но не фотогенично. А здесь вот такое и то, и другое. И я, конечно, как держащий камеру в руках, испытываю к таким местам особенную слабость. Так, у нас один зритель. Хорошо. Мало, но не страшно, потому что, в общем, я так подумал и понял, что я это в основном для себя делаю. Ну, может, какие-нибудь заметки из этого образуются. Хотя не знаю,
куда сейчас надо залезть, что надо показать, что надо увидеть, какие эмоции надо испытать, чтобы как бы они отличались от того, что люди уже видели, залезали и испытывали. Куда-то на другую планету надо слетать. Что эта планета, особенно Нью-Йорк, он весь уже вдоль и поперек хожен, перехожен, смотрен, пересмотрен. А вот район называется Hell's Kitchen. Адская кухня. Вот этот вот район 9-й, 8-й, я так полагаю, авеню в пределах 50-х улиц. Как я получил визу? Ну, в общем, моя история банальна. Я ее получил до того, как все двери закрылись. Поэтому какого-то особого мастерства я не проявлял. У меня просто закончилось предыдущее, и я прочитал, что для того, чтобы получить новую без собеседования, надо подать на нее в течение 11 месяцев после истечения предыдущей. Вот, я подал. И, в общем, там заявление онлайн. Потом приходишь в Pony Express, вообще отделение. Это на армии было. Отдаешь его, по-моему, распечатанное с чем-то еще и с паспортом. И там где-то через неделю-две получаешь уже с визой. То есть вот так, облегченная форма. Но это, в общем, как бы эта информация более не является актуальной, потому что сейчас количество манипуляции, которые нужно сделать, чтобы получить туристическую или нетуристическую визу в Штаты, оно многократно увеличено. Там Россия вошла в список каких-то бездомных стран наряду с там, Суданом, Джибути, Эритреей и еще кем-то, для которых открылись посольства в других, в соседних странах. Но это что касается иммиграционных. Что касается неиммиграционных, тут как бы вертитесь как хотите, что называется. И пока наиболее, насколько я знаю, приемлемый метод верчения – это подаваться в Казахстане, то есть лететь в Астану, либо в Алма-Ату. То есть это, конечно, тот еще крюк. И это, как с туристической точки зрения, это очень должно быть нужно, чтобы туда полететь. Хотя, конечно, кто бы говорил, я за вакциной полетел через океан. Но, в принципе, я тут совместил сразу миллион дел. Там уже Европа для меня закрыта. А здесь, как бы, тут получилась и вакцина, и друзей навестил, и коллег. Познакомился очно с теми, с кем был знаком заочно. То есть, в общем, как бы там все в одном. Мне это даже удобнее и интереснее оказалось. Вот. И я, конечно, сижу с этой своей теперь трехгодовой визой, которая истекает в феврале 23-го года. И тайно надеюсь, что за это время, может быть, ситуация изменится к лучшему и вновь в Москве откроется визовый центр, где можно будет получить следующую. Потому что, конечно, как только она истечет, то как-то это все совсем безрадостно. Не то чтобы мне как-то регулярно сюда надо. В принципе, я и той воспользовался только один раз по факту. Но, как говорится, очень приятно иметь эту опцию в наличии, что вот ты захотел полететь, поехал, сделал ее там за пару недель, или и полетел.
Вот. А лучше, конечно, в идеальном мире, до которого нам еще далеко, вообще ничего не делать, а просто иметь возможность безвизового въезда в Штаты. Но до этого еще очень далеко. Да, в Нью-Йорке это очень все по-домашнему. К тому же система улиц довольно простая. Продольные, поперечные. Тут очень легко ориентироваться. То есть обычно говорят... То есть есть улицы с названиями, но большинство просто пронумерованы. Те, что поновее и повыше от даунтауна. И просто говоришь, там угол такой и такой, и все, и сразу понятно, где это. Мгновенно. Так, кстати, где я? А, 42-я. Слушайте, я почти пришел. Вот так ненавязчиво. Слово за слово. Да, если не верить в лучшее, то, в общем, зачем вообще жить? Со всей этой ковидной темой уже как-то всем хочется, чтобы было получше, чтобы и Европа открылась. Ну вот Европа открылась, но только тем, кто... Смотрите, как весело тут у нас. Вот так решил повернуть по одному, а Toyota решила проехать по-другому. Бывает, бывает. Да, вообще, конечно, ну, тема бесконечная для рассуждений, что, типа, ты считаешься человеком второго сорта только потому, что имел несчастье родиться не в той стране, и что твое правительство преследует свои цели, использует тебя как ресурс. Хотя давно уже могло быть все иначе. И могли бы безвизово летать и туда, и сюда. Но, в принципе, видишь, уже можно считать... Не задувает меня? Не должно. Уже можно считать удачей то, что Европа там сама по себе, ну, в ковид. А из России в Штаты лететь можно, если по прямой. Через Европу нельзя. То есть тоже вот такой... бюрократический загон, но в данном случае он сработал на пользу. Хотя Россия сейчас, очевидно, в самой красной, прекрасной зоне в плане ковида. По количеству смертей, по количеству заражений, по количеству принимаемых мер, точнее, по отсутствию каких-либо принимаемых мер, кроме просто таких показательных, демонстративных, неэффективных абсолютно. Вот, то есть по уму, следуя по логике, да, Россию надо вообще как бы закрыть, накрыть колпаком и, в общем, ждать, когда оно там само все утрясется. Ну, чем и занимаются изнутри, но снаружи вот, в общем, есть возможность, соблюдя формальности, пробраться за океан. А в Европу нельзя, то есть нужно слетать в Америку, чтобы сделать прививку, чтобы потом с этой прививкой полететь в Европу. А и то я, кстати, не знаю, как это будет. Вот, то есть у меня есть карточка, которая на картонке, там написано, значит, одна доза дата, завтра у меня будет вторая, ее пропишут. Дадут ли мне какой-то еще документ при этом, который я смогу там показать, собравшись в Амстердам, и мне скажут, а, ну да, Модерна, вот, отлично. Или они скажут, а это, знаете, это какая-то американская Модерна, а вот нам надо, чтобы вы европейские укололись, и тогда мы вас в Европу пустим. Вот это, конечно, будет полнейший бред, но я не удивлюсь, что именно так, если именно так и будет. Потому что, в принципе, я уже как бы ничему не удивлюсь. Ну, опять же, хочется, чтобы вопрос этот с визами в России разрешился с американскими
и с одобрением спутника разрешился. Или и с допуском иностранных вакцин в Россию. Потому что Россия, по-моему, Россия, Китай и какая-то еще страна, это те, куда не допущены остальные вакцины. Только своими прививают. Что, конечно, совсем неправильно. У людей должен быть выбор. Причем непонятно, их же не продают. То есть цели нажиться никакой нет, по сути. Хотя, может, я ничего не понимаю в этом. Может, там что-то как-то и продают. Но вот всякий раз, когда здоровье начинает заниматься политикой, начинает происходить такая фигня. Так, ой, я почти дошел. Кстати, вот так вот мы, пообщавшись о том о сём, почти добрались до 34 или 33, я не помню точно. Внутрь я вас не приглашаю. Магазин, что там смотреть. Фотомагазин, что там смотреть. Вот, а еще, пользуясь случаем, хочется передать привет нашим людям в Мексике, которые сейчас изнывают жары, тоже постигают новый для себя мир, не имея возможности ворваться в Штаты, полетели в Мексику, потому что туда безвизово, безвакцинно, дешевле, жарче и колоритнее. Вон там B&H виднеется вдалеке. Собственно, цель моего похода. В общем, не куплю то, что мне надо. На улице где-то, ну, процентов 20, может быть, в масках. Но в транспорте 99.9 в масках. То есть, везде по-разному. Где-то порасслабленнее, но к транспорту относится очень-очень ответственно. В транспорте все в масках. Есть какие-то досадные недоразумения, но они выглядят именно как досадные недоразумения. Они как там смелые, крутые чуваки, которым плевать на правила. То есть в этом плане определенность и согласованность государства с обществом достигнута. Смотрите, как тут растет вверх. Так, а тут еще на районе Hudson Yards с архитектурным сооружением под названием Vessel, которое, насколько я знаю, сейчас закрыто, но, в принципе, постоять рядом никто не мешает. Вот, это вот цель моего визита в B&H. Выглядит скромненько, на самом деле это очень крутой. Фото и прочее, что фото прилагается, там видео, магазин. Сейчас я туда и пойду. Частная скорая, гора Синай называется. Так на ней написано. Вот. Так. Всем спасибо, кто смотрел. Кто не посмотрел, посмотрите позже. Я это сохраню. Назову как типа прогулка по 9-й стрит. И можете пронаблюдать все это. Все. Будьте здоровы. Всем пока. До скорых встреч.